Беларуси продолжается досрочное голосование. За два дня явка в стране 14,53%. В Могилевской области свыше 15%. Сделать выбор белорусы могут до 26 февраля включительно. В основной день, 27 числа, телеканал «Бобруйск 360» покажет 4 спецвыпуска, посвященных главному событию года. Следите за самыми актуальными новостями в 11:00, 15:00, 17:00 и 20:30. Не пропустите. В Беларуси создается система общественных инспекторов. Это гражданский актив из числа работников государственных и контролирующих органов. Они будут задействованы при мониторинге цен в торговых объектах, проверках в сфере сельского хозяйства, изучении ситуации по наведению порядка на земле и по другим вопросам. В Беларуси в дни мартовских праздников пустят 42 дополнительных поезда. Они будут курсировать с 4 по 10 по самым востребованным маршрутам, в том числе Минск-Брест, Минск-Гродно, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Также увеличат количество пассажирских мест. В Могилевской области начали фиксировать среднюю скорость движения. Пилотный проект системы контроля запустили в Чаусах. В скором времени такие камеры появятся и в других населенных пунктах. За превышение на 10-20 км в час грозит штраф до 30 рублей. На 40 и более – до 360. В Бобруйске с 23 по 27 июня пройдет «Венок дружбы». Организаторы объявили прием заявок. Образец анкеты размещен на сайте горисполкома. Ее нужно отправить до 1 апреля на электронный адрес, который вы видите на экране.